Трое заявителей обвиняют полицию в бездействии по возбужденным уголовным делам о хищении. В одном случае это хищение зерна, во втором – продуктов из супермаркета и в третьем – ювелирных украшений из магазина. По всем этим делам потерпевшие уже по нескольку лет ждут возмещения убытков, но дела были прекращены за отсутствием состава преступлений и доказательств. На повестке дня будет рассмотрено два вопроса. Я считаю, что данные вопросы именно по защите прав предпринимателей. По первому вопросу у нас 4 обращения рассматриваются. Это обращение субъектов бизнеса в сфере торговли, средний бизнес и индивидуальные предприниматели, которые не могут найти своей правды в органах внутренних дел. Еще одно заявление в палату пришло от руководства одного из актюбинских кафе. Полицейскими там была проведена проверка на наличие контроля за состоянием антитеррористической защиты. Законом предусмотрено, что такие проверки проходят лишь общепиты, имеющие от 100 и более посадочных мест, а в проверенном кафе их было не больше 80. По факту волокиты и незаконного прекращения уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Как отметили представители Совета по защите прав предпринимателей, эти вопросы уже были изложены руководству ДВД. Их обещали разрешить в ближайшее время, но представители Совета все же вынесли их на повестку дня, дав возможность ущемленным в правах бизнесменам лично обсудить эти проблемы с представителями полиции. Антон Пережогин, Мирлан Аманжолов, программа «Факт».